иностранным гражданам запрещено осуществлять розничную торговлю в нестационарных торговых объектах и на рынках, в связи с чем проводится комплекс мероприятий на крупных рынках Челябинской области и в местах осуществления торговли иностранными гражданами, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства. В случае выявления нарушений составляются протоколы об административном правонарушении, выносится решение о привлечении нарушителей к ответственности и наложении административных штрафов. Все трудовые мигранты проверяются по информационно-справочным учетам на причастность к совершению преступлений, дактилоскопируются и ставятся на фотоучет. Проверочные мероприятия по данному направлению деятельности будут продолжены.